Итак, все спят. Получаем роль. Игрок номер один. Вот ваша роль. Единичка, посмотрите карту. Надо. Так. Игрок номер два. Вот ваша роль. Игрок номер три. Пожалуйста, вот ваша роль. Игрок номер четыре. Пожалуйста, вот ваша роль. Игрок номер пять. Пожалуйста. Игрок номер шесть. Ваша роль. Игрок номер семь. Ваша роль. Игрок номер восемь. Пожалуйста, ваша роль. Игрок номер девять. Игрок номер десять. И игрок номер одиннадцать. Пожалуйста, ваша роль. Сейчас все спят, все спят. Просыпается только мафия. Ну, вот так. Мафия просыпается. Дон, помашите ручкой. Замечательно. Мафия познакомилась, мафия засыпает. Итак, с добрым утром, друзья! Добрым утром, друзья! Новый день, давайте познакомимся, представимся, может быть, мы не все знакомы, пожелаем другу хорошей игры, у каждого сейчас будет минутка, стол открывает игрок номер один, пожалуйста, здравствуйте! А, здрасте, спасибо большое, ребята, сори, извините, еще раз, что опоздал, что-то полтора часа я говорил, совсем забыл, думал, что семьи еще нет, рад всех видеть, решили мы, так сказать, репорница, да, немножко нашим стаком. С многими игроками сегодня играю впервые. Ваня, инсайдер, рад тебя видеть. Играли только один раз. Всем остальным, ребята, привет. С кем играли много раз, соболезную, да, как говорится. Я игровая карта. Рад, что стартую с красной роли, потому что так играть попроще. Первый стол мой не очень любимый стол. Люблю больше анализировать, люблю больше сидеть, ну, хотя бы на четверочке, чтобы уже смотреть за столом или на одном из последних, потому что с памятью у меня особо проблем нет. В принципе, это все. Заочно никогда ни с кем не любил играть и делать этого не буду. Буду внимательно слушать стол. Пожалуйста, красные игроки, высказывайте свои позиции четко о том, с кем вы играете и почему. Так будет проще понять, врете вы или нет. Спасибо. Большое спасибо. Игрок номер два, пожалуйста, ваша минута. Так, всем привет. Спасибо, что вы все пришли. Сори, я вас не так незадолго звал, то есть типа буквально кого-то там за пару часов. Сори, что у нас тут так много девочек, если кто-то против, но я думаю, мы поиграем хорошо. Я собирал максимально такую лайтовую мафию, чтобы у нас было чтобы были бесконфликтные люди и так далее. И спасибо всем, что пришли. По столу первый поговорил хорошо. Бесконфликтный, кстати, я бесконфликтный. Спасибо, пас. Я собирал парней, карту собирал девушек. Ваша минута. Да, всем привет, всех очень рада видеть, рада, что мы этим стаком собрались. Меня зовут Эстель, если что. Что могу сказать? Пока первый, второй игрок для меня, ну, я не знаю, первый поговорил более убедительный. Я почему-то поверила, что он красная карта, мирный человек, пока ему доверяю. А вот Картману не верю, ну, никогда ему не верю, надо смотреть дальше. Все, всем спасибо, удачной, хорошей игры. Спасибо, игрок номер четыре, пожалуйста. Здрасте, очень рад с вами поиграть, с кем не играл ни разу, желаю вам хорошей игры. Значит, как всегда, с первыми двумя я никогда не делаю выводы, даже несмотря на то, что единичка супер клево поговорил, для первой роли у него была отличная речь, таких очень мало обычно делается, но пока я аналитики не услышу, ну, буду придерживаться, как всегда, первые два слота для меня обычно, ну, ничего не значит. Третья, ну, какую-то аналитику дала, не знаю, сколько она с ним, с Картаном играет, то есть, и есть ли у нее основания его подозревать. Ну, я пока не могу, опять же говорю, что первые два слота я никогда не делал выводы, всегда это серединка для меня. Вот, так что тройки пока поверю на слово, что она читает двойку каким-то образом, если нет, там игра покажет, тогда уже буду думать, почему она против него, соответственно, не хотела с ним играть. Все, спасибо. Спасибо, игрок номер пять, пожалуйста, у вас минута. Да, спасибо, всем приятной игры, спасибо за приглашение. По-первому, не могу ничего сказать, потому что у него просто идеально поставлена речь. Он всегда в любой ситуации говорит отлично. Можешь считать за комплимент, это очень круто. По-второму, немного под сомнением, больше серый для меня, нежели красный. С третьей играл только один раз, вообще понять не могу, что происходит. С четвертым тоже никогда не играл, тоже сказать пока что ничего не могу. Но скажу лишь только, что я играю на красной карте. Спасибо за слово. Спасибо, игрок номер 6, сюда, пожалуйста. Спасибо за слово, чат. Сюда спасибо за слово. Не слышно? Вас не слышно. Ой, извините, всем привет, меня зовут Мелисса, со многими играю первый раз, так что привет. А насчет первой речи тоже нельзя ничего говорить, потому что как открывать стол, но хорошо открыл стол.
пока я не могу его ни красным, ни к черным. К серым отнесу второго и тройку, потому что она как-то уже предвзято относится, и мне это не нравится, потому что только-только открыли стол, и она уже говорит по другим играм. Вот. А мы играем эту игру, напоминаю. Поэтому насчет четверки, не знаю, первый раз играю, но мне кажется, тоже все довольно красная речь. И насчет пятой тоже более-менее красная речь. Спасибо. Спасибо, игрок номер 7, пожалуйста. Вас не слышно. Камик, очень интересно, Камик, очень интересно. Окей, забыл, в Дискорде. Окей, короче, говорю, что четверочка, мне очень близка его, так сказать, позиция по первым двум, но двойка черная у меня по эмоционалу. Железно, двойка черная, проверьте его, найдете черного игрока. Играю 4-3, хочу объединиться с этими игроками, мне понравилось, вот, хочу объединить их. Вот, Алик для меня серый, ну, слишком мало поговорил, вот, не знаю, ну, то, что он сказал, что он красный, ну, пока на слово не буду верить. Не-не-не, двоечка проверяет. Мелисса, пока играю первый раз, прислушаюсь и присмотрюсь. Спасибо, пас. Спасибо, игрок номер 8, пожалуйста, у вас минута. Короче, всем привет, всем приятной игры. Вот, хочу сказать по столу, что практически все сказали, что первый, второй серый, и Камик еще подхватил вброс из Стель, то, что двоечка черный. Подхватил, кстати, четверочка, семерочка, подозрительный у меня. Пока серые игроки. Очень понравилось, как однерочка поговорила. Мне очень нравится, как он открыл стол. Все говорят, я просто с ним первый раз играю, но мне нравится. То есть видно, что он красный игрок и нацелен на то, чтобы найти здесь черных игроков. Вот, Алик тоже для меня серый, потому что все у него весь стол непонятный, все у него серые, ничего толком не сказал. Вот, пока все, играю, наверное, ну, я пока точно не играю, но хочу верить и слушать пока только Юру. Мне нравится, как он рассуждает. Спасибо большое. Спасибо, игрок номер 9, пожалуйста. Спасибо большое, да, всем здравствуйте, очень рада, что мы вот таким вот составом собрались. Не знаю, единичка Фродо хорошо открыл, так позитивненько, в принципе, конструктивно, мне понравилось. Но пока три слота, первых для меня серые. Вот. Мне понравилось, как было 4-5, шестерка для меня серая. Не знаю, не дала сильно много информации. Как-то я не услышала какого-то конструктива. Семерка подмазался к третьему, четвертому, что для меня было странно, хотя вроде, ну, не знаю. Ну, пока присмотрюсь тоже. Таня поговорила хорошо, мне понравилось. Вот. Буду смотреть, как раскладывает 10-11 за ними, так сказать, закрытие стола. Спасибо большое, надеюсь, хорошо поиграем. Спасибо, игрок номер 10, пожалуйста, у вас минута. Всем привет, спасибо большое, что пришли. Вот, привет также телезрителям. Вот, начну с конца. Девятка мне понравилась. Вот, в последнее время с ней очень приятно играть. Вот, мне понравилась ее аналитика. Также мне понравилась, в принципе, аналитика восьмого номера. Вот, она для меня ближе красная. Аналитика Камика мне, на самом деле, мне не очень понравилась. Он сразу взял в команду тройку и четверку. Вот, он начал душить двойку. Вообще, типа, многие начали душить двойку. Я согласен, что она поговорила, типа, ну, так как-то средненько. Но это не повод, что его псевдоподозревают уже, типа, минимум 5 человек. Как открылась шестерка, мне в целом понравилась. Она для меня ближе красная. Алик открылся на серого. Четверка также он сказал хорошо в целом, но он для меня серый. Как Эстель открылась, мне, наверное, не очень понравилось, потому что она начала душить Картмана. Вот, она для меня серая. Картман, опять же, для меня... его душит порядка 6 человек, поэтому я его хочу сделать его красным. Юра абсолютно для всего стола красного, но с ним я бы с ним хотел поиграть, но я не могу просто физически с ним играть. Хочу его послушать, что он скажет в следующем раунде. Вот, всем спасибо. Спасибо. И игрок номер 11, пожалуйста, закрывайте стол. Ку всем. Всем девушкам, красотулечкам, всем здравствуйте. Ну, мужчинам, как бы, всем здравствуйте. Ситуация какова? Марафон красных карт продолжается. Первый поговорил хорошо. Нужно свою позицию выдавать. То есть третья сказала, что второй поговорил похуже с иглы. То есть первый, ну, второй поговорил похуже, но его очень многие за это задушили. Прям почти весь стол. Почти весь стол. Вот, это под подозрением. Первый поговорил хорошо, по позиционке с ним поиграю. Четвертый понравился. Третий под вопросом. Пятый более-менее понравился, ближе к красному. Шестая стерая. Камик вкидывает сразу же на второго. Да. Говорят, что по эмоционалу это черный игрок. Не знаю, он может это делать мне. На красном...
может и делать на черном. То есть это под вопросом, он очень серый. Восьмая вроде нравится. Поговорила, пыталась дать аналитику. Пока что серая ближе к красному. Девятая тоже. По позиционочке я пока третью, ну не знаю, мне команда пока не рисуется, поэтому нужно смотреть отстрел, нужно смотреть проверку комиссара и думать над дальнейшими речами. Я игрок красный, с Филом пока что поиграю. Спасибо. Я его хочу проверить, бля. Итак, друзья, мы все поговорили, сделали друг друге какие-то выводы, и я думаю, можно уходить в ночь. Чем? Все спят? Да-да-да, сейчас я музыку включу. Итак, все спят. Просыпается мафия. Мафия просыпается и договаривается, кого будут. Выбор сделан. Мафия засыпает. Просыпается дом мафии. Дом мафии проснулся, осуществил проверку и засыпает. Просыпается комиссар. Осуществляет проверку и засыпает. Просыпается доктор. Осуществляет лечение и засыпает. Итак, друзья, с добрым утром. Здравствуйте, все выполнили свои задачи. День прекрасный. Что это за... Для всех, к сожалению, у нас не проснулся игрок номер 3. Бейджик, блядь. Полторы минуты обсудить это. Уёбище, блядь. Второй проверенный черный. А, Второй проверенный черный. Я комиссар. Я думал проверить шестерочку, но проверив... Ну, блин, думаю, если второй красный, я бы камика вывел просто и все. Зачем ты два проверил? Молодец. Семь надо было проверять, если семь красный, два черный. Ну, да. Тройка забанавливала двойку. Это явный разномас между нами. А если они в одной команде, это тогда если семь черный, потом ты два проверяешь. Ой. Да не, ну, Юр, там же могли ошибиться, по сути. Да. Лучше, это в принципе... Опять Иван, да. Который на комиссаре сейчас даст три черных проверки. Нет, не было пробовать комиссар. Я хочу... Ну, то есть, комиссар — это очень ответственная роль. Ну, типа, красиво. Не знаю. Ага. Я верю комиссару, потому что, блин, ну если черная проверка первая, нужно вскрываться и... Ну да, да. Давайте подумаем реверсивно, да, типа... Да, давайте подумаем, если у меня красная, это все-таки красная. Тройка вкинула в два, а потом умерла. Типа, представьте, Картман берет, сидя на раннем столе, видит, что Эстель у него топит, и убивает ее ночью. Его весь стол так под Юратя проверил, ты такие вещи не говори. Давай. Проверяй, но просто на самом деле... Я думаю, Ванёк, смотри, если Картман черный, Картман понимал, что, возможно, доктор, если он скилловый, сейчас меня похилит, потому что я красный для всего стола, и поэтому меня не убил. Ну, ты можешь меня проверить. Но есть шанс, что меня убьют. Ну, ты не для всего стола был красный. Ты красный, потому что ты первый мне говорил. Странно, у тебя нормально была речь. Странно, восьмерка как поговорила, короче, потому что единичку взяла. И десятка, там явно... Восьмерка нормально говорила, восьмерка нормально. Мы с ней одинаковые сидим, ты просто это... Ты поплыл. Я не соглашусь с восьмеркой, что она нормально говорила, потому что она говорила, что я, типа, топил в двойку, игра с тройкой. Я сказал, что тройка вкинула в двойку, и игра покажет, кто для меня тройка. То есть, либо она вкинула специально в него, либо она, типа, этот... Я сказала, что-то знает вы про него. Подметили, друзья, то, что вы подметили. Сейчас мы все индивидуально выскажемся и будем кого-нибудь номинировать. Мы начинаем с игрока номер два. У вас есть минуты, кого подозреваем? Да. Давайте допустим, что у меня все-таки не черная карта, а как на самом деле есть красная. Давайте допустим. Давай. В общем, на самом деле поговорили все нормально, и если бы Иван, блин, был за красным, он бы меня не проверял, а проверил семерочку, которая играет агрессивно и топит меня. Это для меня единственный пока черный игрок максимально. Я вам завещаю, что семерка черная. Я возьму себе в команду четверку, возьму себе команду шестерку и десятку, потому что они меня не топили, я хотел взять еще одиннадцатого, но он говорит, что он комиссар, я в это не верю. В общем, выставляю одиннадцатого, потому что он уже комиссар, я красный, я мирный. Я понимаю, что я сейчас уйду, но просто у вас будет 3 в 3, поэтому аккуратно. В общем, все, спасибо, пас. Выставляем 11-го?
Выставляем один сок. Игрок номер 4, пожалуйста, у вас минута. Слушай, Картман, я не соглашусь с тобой, что семерка был прям очевидный игрок. Первую проверку. Я думаю, что ну, по нулевке я на комиссара бы тебя проверил. Ну, потому что, несмотря на то, что я не могу доверять тройке, да, ну, вы, конечно, если вы играете с друг другом долго, вы там можете читать друг друга очень быстро, очень легко. Я согласен. Возможно, тройка что-то в тебе спалила. Но, в принципе, это логичная проверка была вполне. Но, опять же, говорит, что Иван часто может лжекомиссаром скрываться. Ну, не знаю, допустим... Что у нас тогда? Тогда, получается, раз никто инициативу не взял, настоящего комиссара нет, какой тогда расклад? Что Иван якобы это Дон, то есть они пошли в тройку, потом ее проверили, она оказалась комиссаром, он решил резко скрыться. Такой план, получается, единственный разумный тогда. Либо он настоящий комиссар, да? Не знаю, я, наверное, больше пока буду верить первого комиссара, что буду играть пока с единственным, естественно. Ну все, я первый, у меня первый... А, нет, подожди, двойка кого номинировал? Двойка 11-го. 11-го. Ну, я тогда двойку, естественно, номинирую. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Игрок номер 5, пожалуйста, у вас минута. Да, 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 спасибо. Для меня более очевидно было то, что раз весь стол очерняет двойку, что если, то есть, если бы я был комиссаром, я бы в первую очередь проверил бы все-таки его, а не Камика. Я бы Камика. Но, не знаю, если бы я был комиссаром, я бы проверил сначала бы двойку, вот, нежели Камика. Для меня больше двойка под вопросом, нежели Камик. Вот уже следующим я бы мог проверить Камика. Вот. Что? Ну, вот. У меня все, спасибо. Камика нельзя проверить. А кого-нибудь номинировать будем? Ну, типа он душил с самого начала. Да нет. Красный. Спасибо. Если двойка, черная, то камик минуту, автоматически красный. Если верить настоящему комиссару под номером 11, что было бы проще простого, тогда, ну, кто играл в команде с двойкой, я пока вообще не могу представить. Не знаю, только что тройка топила. Логично было ее убить. И можно было бы, если бы никто не угадал, что это мафия, к примеру, свалить на то, что подстава. Не знаю, насчет... Тяжело играть ей. Очень-очень тяжело сначала. Даже не знаю. А то, что представил Иван, насчет того, чтобы это лже-комиссар, и это вообще Дон, это слишком замутен для первой игры. Ей пизда, мужики. Ей пизда. Вот. Насчет агрессивной игры Камик, это не первый раз. Мы с тобой не первый раз играем. Привет. Вот. Пока остальные не поговорим, ничего не могу сказать. Что еще могут быть мафии, пока нет ни одной идеи. Так что прошу прощения за такой конструктив. Оставляете все как есть? Да. Хорошо. Игрок номер 7, пожалуйста, у вас минута. Окей, значит, 2-7, ну, блядь, ну, нету семерка смысла проверять, потому что явно у нас разномас, я не знаю, еще пятерка втопила у меня. Короче, у меня разномас сидит 8-10, где десятка более красная, я не знаю, за что он взял восьмерку в команду, вот это вот непонятно, короче. Но, я поиграл 4-3, Ваня. Выставляю тебя, выставляю четверочку. Был один моментик, который дал некоторые сомнения. Поговоришь еще. Я не буду его сейчас называть, просто поговоришь. Что еще? С 11-м играю, получается, да? Ну, получается, и все. И с девяточкой играю, да, она более красная. 11, 9 играю. Четверку пока не беру команду, есть нападает, поэтому сомнения. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 8, пожалуйста, у вас минута. Не поняла, почему ты инсайдера сейчас обвиняешь. И да, инсайдер, да, я там ошиблась, ты просто первое-второе ничего не сказал по ним. Вот, короче, что хочу сказать, что да, я верю нашему комиссару, потому что если бы я тоже была комиссаром, и у меня была первая проверка, я бы сразу бы ее сказала, потому что вдруг там тебя отстрелят или еще что, сколько у нас игр уже было, когда комиссар отлетал с проверками, но не говорил типа об этом. Вот, сейчас я могу сказать, что у меня... Ну, двоечка, я верю комиссару, двоечка сейчас уходит. Потом у меня подозрение вызывает игрок номер 5 и номер 6. Они толком никакую информацию по столу не дают. Они как бы открывали, ну, в середине были. Сейчас прошел, то есть они по шестерочке, по семерочке. Ну ладно, Мелисса еще сказала по семерочке. То есть по девяточке, по десяточке, по одиннадцатому они вообще ничего не сказали. Поэтому они у меня под подозрением. Спасибо. Кого номинируем? Давайте пятерочку, пусть поговорит, потому что мало информации от него слышу. Пятерочку. Хорошо, у нас уже номинирован 1, 2, 11, 2, 4 и 5. Игрок номер 9, пожалуйста, у вас минута.
Так, ну, Таня сейчас начала топить людей, которые, как бы, ну, толком, во-первых, ничего не сказали, а во-вторых, типа, ну, да, я понимаю, что когда не дают никакого конструктива, но я считаю, что можно было придраться и к другим. А, я поиграю 11-7, я верю нашему комиссару, вот, двойка черная. А, десятка, хоть и хотелось не поиграть, я сейчас послушаю речь, но, скорее всего, я с ним тоже играю, не думаю, что он черный, но, возможно, его можно было бы проверить, но ладно. Сейчас у меня больше подозрений насчет 4-8, вот, и, возможно, 6. Пятерка он у меня не вызывает пока что подозрений, и, не знаю, вроде по-мирному говорит, я с ним играла и ничего такого прямо мне сказал. А, я выставлю Таню, пусть еще поговорит. Ребят, меня слышно, блядь, на да. сайте? Да? Меня выкинуло с Дискорда, я в Авка. На сайте слышно, да. В канале Авка. Ребят, чтобы не выкидывало, вы просто мышкой клацаете периодически, ну, в любое пустое место, потому что там, если ничего не делаете, то ВК вас скидывает. Да-да-да. Угу. На сайте глушите теперь камень. Ага. Так, хорошо. Игрок номер 10, пожалуйста, у вас минута. Так, ну, в общем, я скажу про тех, кто мне не понравился, как говорили. Мне не понравилось, как говорили, типа, четверка хорошо поговорила, но был, так сказать... такой момент, который мне заставил сомневаться. Наверное, Ками говорит про этот же момент. Вот. Мне не понравилось, как вообще не понравилось, как сказала шестерка, и мне не понравилось, как сказала восьмерка. В первом раунде мне понравилось, как она говорила. В этом раунде она начала топить типа 5-6. Для меня 5, пятерка более красная, а шестерка... Ну, она начала душить типа только двух игроков, сказала, что что мне сказать, а за ней еще сидит паровоз там из этих самых, из пяти человек. Почему по ним не было никакой аналитики, мне непонятно. Мне также непонятно, почему Таня выставила не шестерку. То есть, возможно, это был врубос. Я рисую 5-6 разномастные, они для меня разномастные. Я хочу играть с девяткой, я буду играть с семеркой. Семерку проверять, соответственно, не надо. Вот, я играю по-прежнему с Ваней, комиссар не вскрылся, ну, как бы, собственно, и здорово. Непонятно, что там Юра, так сказать, скажет. Вот, я выставляю шестерку, вот, и шестерка с восьмеркой у меня пока играют в одной какой-то псевдотиме. Спасибо. Благодарю. Игрок номер 11, пожалуйста, ваша минута. Благодарствую. Карту найти потом отдельно. Объясню, как нужно убеждать стол, когда ты черный игрок, чтобы хотя бы меня с тобой забрать. Ситуация какая? Если бы ты проверил с красным, я бы увидел бы Камика. И даже или проверил бы. Ну, он для... ну, потому что он слишком сильно активный. Ну да, сейчас он красный, я не вижу смысла его проверять. Вот. Для меня первый сейчас красный. Сейчас первый красный. То есть я после всех вот этих его сейчас жестов, когда я слушал на кругу, он для меня красный. Пока что. То есть у меня под вопросом игроки. Ребят, 5-6. Объясню. Просто мы красная команда, вы должны дать позиционку. Вы должны дать позиционку, вы должны помочь мне как комиссару понять, что происходит. У нас уже есть черная проверка, у нас осталось две мафии найти. Когда вы нейтральной речи говорите, вы для меня серый и ближе к черному, потому что вы отсиживаетесь. Камик, ну, для меня получается, он бы не стал сразу бы топить своего черного, я так думаю, с первого хода, поэтому он для меня красный. Под вопросом 4, под вопросом 5-6. Между 8-9 разномаст. Между 8-9 разномаст. То есть это нужно между ними проверять, смотреть будет. Спасибо. Выставляю, никого не выставляю. Хорошо, спасибо. И игрок Доктор, номер один. Закрывайте. А игрок номер один, закрывайте, пожалуйста, стол. Спасибо большое. Ну, Ванек, если ты как бы лжекомиссар, нам пизда, как говорится, потому что если тройка комиссара умерла, не очень хочется об этом думать. В общем, Камик для меня точно красный, неважно. Я верю, что Ваня комиссар, Манурин, но даже если он не комиссар, то Камик, скорее всего, красный. Потому что Камик первый начал топить двойку, который сейчас Манурин обвиняет в том, что он черный. Кто может быть черный, если Ваня комиссар? А я верю, что он комиссар. Вопросы к 8-9. Неправильно поговорили по 4, но нулевки. Сказав, что... Я не помню, они неправильно сказали про его позицию относительно вот первых трех игроков. И 8, и 9. Ваня, инсайдер, ты заметил только про восьмерку, но девятка сказала ровно то же самое. То, что неправильно сказала 8, на твой взгляд, сказала девятка то же самое. 5-6 под больше подозрений, потому что кто... Выставляю 2, он выставлен. Кто будет, если двойка черный, на нулевке, да? Кто будет говорить о том, что мне не нравится двойка? Только красный. Черный не будет так говорить. Черный не будет говорить, мне не понравилось, как игрок номер 2 говорил. Вот и вспомните, кто не сказал такого. 5 и 6 не сказали про 2. Не факт, на самом деле, тут я не согласен, потому что меня... Помните, как меня бандос папа топил? Это просто пиздец. Номинировать кого-нибудь будем? Бандос батя. Помните, как бандос батя меня топил? 11, 2, 4, 5, 8, 6. Никого не номинирую. Спасибо. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, у нас номинированы, повторяю, 11, 2, 4, 5, 8, 6. В таком порядке сейчас, кроме игрока 11, он в конец.
Будем по 30 секунд оправдываться, оправдательная речь. Начинаем с игрока номер 2. У вас есть 30 секунд. Пожалуйста, постарайтесь в них уложиться. Начинайте. Тебя не слышно, Картман. В смысле, я первый 11-го выставил. Чего я должен оправдываться сейчас? Он уходит в конец, потому что он только что говорил буквально 2 секунды назад. Ну, ладно. Ну, бля, так не делается. Вот если типа первого я выставил, то ладно. Ну, короче, окей, ладно. Хорошо, смотрите, у меня красная мирная карта. Я согласен, что 6-8 поговорили очень плохо. И последний мав с ними — это 11-й. Меня топят, но я уйду в размен, ничего страшного. Потом убирайте этого комиссара, потому что он вам даст еще какую-то вонючую проверку. А семерку я показывал выставить, потому что ты доебался до инсайдера, но я не скажу почему. Вот я не скажу, есть там какая-то хуйня, и к тебе примазалась и девятка, и десятка. Это все очень странно, понимаешь? Поэтому я говорю, единички быстро в семерку. Как объяснить его? Просто тратить время на необъяснимое, я не знаю. Он такой, типа, он вроде нормально говорил, а потом... Номер 4, пожалуйста, была хуйня. Да, ребят, ну не надо так делать. Камик и Фил, вы говорите, что что-то вам там такое увидели, и не говорите, что. Вы должны красным дать инфу и дать возможность мне понять, что я не так сделал. То есть я должен оправдаться, или вы должны понять, запарился или нет. То есть вы говорите, что но ничего. А вот что? Вот из чего у меня сейчас речь должна состоять? За что я должен оправдываться? Мне не сказали, не надо так. Вы должны давать инфу по столу. Вы должны помогать красному. Так вы как будто не заинтересованы в красной роли, ну, чтобы мы в чем-то разобрались и поняли, играть со мной игрокам или нет. Ну, я так по-любому могу игрока сказать, что, ну... Короче, у меня время там вышло, да, там попикало, я так понял. Спасибо. Игрок номер 5, пожалуйста, у вас 30 секунд. Да, спасибо. Я единственное хотел бы добавить только в том, что я был неправ насчет семерки, что нужно было проверить. My bad, моя ошибка. Да, смысла его проверять нету, потому что это разномас с двойкой, да, я не додумал, не посмотрел. Хотел бы еще добавить, что двойка сейчас топит против единички специально, чтобы потом забрать его еще за собой. Это ошибка, я хотел бы тоже заметить. Все, в принципе, мне сказать больше нечего. Сыграю от того, что 11-й комиссар. И все, в целом все, спасибо. Спасибо. Игрок номер 8, пожалуйста, ваши 30 секунд. Информация на месте, чи нет? Не слышно. Вас не слышно. Ну, инфы, блядь. Сижу, жду я инфы, инфы нету, говорю, блядь. Что я выставляю пятерочку и шестерочку, говорю, выставьте, чтобы они побольше дали информации по столу. Они ничего не говорят. Как и сказал наш нынешний комиссар, которому я тоже верю, что ему нужно помочь, и что они отсиживаются. Вот и все, поэтому я их выставляю. Вот что сейчас пятерочка на своей речи сказала? Что он вообще полностью запутался в столе. Он не следит за столом. Все, спасибо. Спасибо. Игрок номер 6. Ваши 30 секунд, пожалуйста. Ну, насчет того, что я не сказала про половину стола, которая не за меня, потому что у них была только первая ознакомительная речь, и я по ней ничего не могла такого сказать, только вот опять воду лить. А насчет 7-го, да, я ничего не сказала, по девятке ничего не сказала. Красный. А насчет 5-го теперь с этой речи, то, что он запутался тоже, я как соглашусь с Таней, это было немного уже серовато. Не знаю, может быть, просто... Да, раз как инсайдер поговорил. Не знаю, просто такое не должно происходить на столе. Насчет девятки, не знаю, она топит у меня. Скажу так, что, может быть, есть причина, но не знаю. Постараюсь помочь комиссару. Спасибо. Да, Леша, блядь. И игрок номер 11, пожалуйста, ваши 30 секунд. Очень сложно. Сейчас вторая проверка будет. Я надеюсь, доктор меня прохилит, и он на столе. Я не думаю, что если доктор, надеюсь на это, потому что у меня варианта нет. Я думаю, меня прохилит, потому что нужна проверка, я проверю между 6-10. Мне не нравится. Фил, эмоционал твой не очень нравится. Прям. Нормальный у меня эмоционал, нормальный. Нормально. Между 6-10 надо проверить. Мне нужна эта проверка. То есть, если я уйду, ну, мне надо проверить. То есть, это мое мнение, потому что мне, я прям сразу говорю, что мне не очень нравится по столу. Пятый, конечно, очень серый сидит. Очень. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, сейчас у нас состоится голосование. Голосовать обязательно, иначе ваша рука улетит в последнего, то бишь шестого игрока. Извините, пожалуйста. Голосовать будем в таком порядке. 11, 2, 4, 5, 8, 6. Пожалуйста, поднимите руки, кто против игрока номер 11. Две руки. Все, посчитала две. Кто против игрока номер 2, пожалуйста, поднимите руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Все хорошо. Игрок номер 2, пожалуйста, у вас есть прощальная речь? Ну, я вам сказал, 6, 8, 11 последние мафы, и они топят меня, и я не понимаю. То есть, типа, Ваня, отличная игра, убил комиссара. 6, ну, в общем, 8. Я каждый раз убиваю комиссара. Какая у него... Друзья, это был насыщенный день, давайте уходить в ночь. Добрых снов. Вань, ты заебал комиссара убивать. Простите.
Итак, все спят, все спят. Просыпается мафия. Мафия просыпается и договаривается, кого будет убивать. Выбор сделан, мафия засыпает. Просыпается Дон мафии. Осуществляет проверку. И засыпает. Просыпается комиссар. Осуществляет проверку и засыпает. Просыпается доктор. Кидает фласку в игрока номер. И засыпает. Итак, друзья, с добрым утром! Доброе утро. Утро доброе, прекрасное, но не для всех. У нас не проснулся игрок номер 7. Мне очень жаль. У остальных есть полторы минуты обсудить это, пожалуйста. Блять, короче, я ролил 50 на 50, у тебя будет еще одна проверка. Вань, тебе не захуярили. Тебе не захуярили, я доктор. Я скрываюсь доктором. Проверка какая, Ванек? Проверка. Я доктор, я скрываюсь доктором. Меня слышно? Я просто объясню вам. Объясню всем ситуацию. Просто у Фил сидит, он как бы, он мне не понравился по речи, но я с ним поиграл. Второй раз, когда Карпин говорил, что типа я его проверил, что мы не паранойили. То есть, ну ты тебе нужно сказать. Проверка сказал, какая? Десятка? Десятый красный. Десятый красный. Покажи. Ваня, ну, да, я Фил, ну ты когда... доктора, блядь, проверил, Ваня, блядь. Проверяй, ты был сказал мне, проверяй, я бы тебя не проверил. Нет, ну я же говорю, не надо, блядь. Нахуй да проверил доктора. Хотя бы... Зато ты классный, зато тебя не паранойят, братан. Нормально, это все хорошо. Ладно, сейчас тебя не убили, окей, тебя не убили. Мы сейчас будем шестерку. Шестерка черная сидит для меня сейчас. Черная. А я между тобой и ней хотел проверить. Вы видели, как смотрите? На самом деле, надо было четверку проверить, потому что четверка, она потратила 30 секунд на оправдательную речь, типа, блядь. Мне не очень понравилось. Двойка дал динамику, сказав, что черные 6-8-11. 6-8 втопили очень сильно в 5. И в меня втопили. Причем шестерка говорит, что она подсосала, сразу говорит, пятый тоже запутался. Я уверен, что Картман... туда же. Вот, чтобы обезопасить себя. Не сказал. Картман максимально нарисовал. Он уходил по черному, он нарисовал какую-то хуевую команду 6-8-11. То есть, ладно, 11, хуй с ним, но 6-8, блядь, это пиздец. Будет ли он туда две мафии свои втыкивать? Одну, одну. Я думаю, одну воткну. Одну очень вероятно. Одну может воткнуть. 6-8. Ну, 6-8 вместе с 6 начала 5. Ну, я на самом деле согласна с шестерочкой, потому что то, что я сказала на оправдательной речи, она полностью повторила. Так, а что ты смеешься все время? А что ты улыбаешься все время? Время для общего обсуждения подошло к концу. Сейчас мы каждый персонально выскажется. А что, нельзя посмеяться, что ли? Я понять не могу. Итак, по минутке будет у каждого. Игрок номер 4, мы начнем в этот раз с вас. Пожалуйста, 8 минут. Кого подозреваете? Значит, еще вам обращено такое внимание, что двойка начал атаковать 7-10, когда он уже ближе к концу, к его уходу было. А стал бы он своих союзников атаковать? Я так не думаю. Так что, соответственно, для меня 7-10 так расняется после этого мува. В общем, по поводу девятки, спасибо, Юр, что мне подсказал. Я просто провтыкал этот момент. Для меня, в принципе, 8-9 могут быть черными тогда с двойкой. Либо как, ну, я не знаю, может быть 2-6-8, может 2-8-9. Вполне. Вот с пятеркой я вообще ничего не понимаю. Прошу прощения, потому что я все-таки с вами никогда не играл. И мне тяжело что-то делать. Фил, скажи мне, пожалуйста, в своей речи, что со мной было не так. То есть семерка ушел, он уже этого не скажет, к сожалению. Потому что если вы говорите что-то про игрока, говорите сразу, это озвучивайте. Это очень важно. То есть вы тем самым должны своим союзникам, красным игрокам, вы должны в этом заинтересованы, дать им инфу. Соответственно, я должен понимать, за что я оправдываюсь вообще, в принципе. Вот. Я первый, да, номинирую. Давайте, если у меня восьмерка идет в команду 268 и 289, я, соответственно, естественно, восьмерка объединяет их. Пойду голосовать восьмерку. Спасибо. Хорошо, спасибо. Игрок номер 5, пожалуйста, ваша минута. Да, спасибо. Я играю с единичкой, десяткой, с одиннадцатым. Вероятнее всего, получается так, что... Алекс Юрьевич со мной играет. Может быть, Алекс Юрьевич, когда я мафия, я мирный, всегда Алекс со мной играет. Либо у меня с пятеркой, шестеркой... Я совсем запутался вот в последней речи, я реально запутался с прошлого хода, но я играл на красной карте, и мне все-таки кажется, что шестерка и восьмерка
красные. О, блядь, черные. Простите, простите, запутался. Это херово, да, я признаю. Все, спасибо. Ну, можете меня либо слить, либо проверить. Я окончательно запутался, но шестерка, восьмерка у меня под подозрением все-таки. И вы кого-то номинируете? Шестерку. Шестерку, все, спасибо. Игрок номер 6, пожалуйста, ваша минута. Ну, я против игр, где говорят, что запутались, я уже опять говорю об этом. Насчет четверки я говорю, что мне кажется, что он красный. Единичка, я не помню речь, извини, пожалуйста. Насчет восьмерки, да, но я не знаю. Насчет 8-9 я никогда не видела, чтобы они играли вместе. Ну, за эту игру пока я не видела у них никакого союза. Может, они друг друга специально так обходят. Может быть, они играют в команде псевдо. Десятки, я верю, что это доктор. 11, верю, что комиссар. Можете проверить меня спокойно, либо сейчас уже повесить, если вы так уверены, что черный игрок — это я. Спасибо большое. Я выставлю 8, уже выставлю 9. Выставляете 9, все, спасибо. Игрок номер 8, пожалуйста, у вас минута. Короче, хочу сказать то, что у нас пятый игрок вообще путается. Я ничего не говорю, если вы видите в нем красное, я просто говорю по факту. Он путался, он запутался, какой он приносит пользы для стола. Четверка еще хоть какие-то разномасы, но не разномасы, а хоть какие-то команды мафиозные рисует. Но ты ошибаешься, я красный игрок, и я не собираюсь уходить, потому что мы сейчас... Ну, хотя у нас еще две мафии, если, в принципе, вы меня выводите сейчас, у вас еще есть шансы выиграть, но я не хочу, я хочу победить за красную карту, и десятка, одиннадцатая, я их сразу уверила, однерочки тоже для меня был красным, 4, 5, 9, 4 ближе к красному у меня, вот так вот. Все, уверила, спасибо. Я уверила. Я, кстати, уверила. Спасибо. Кого-то номинируйте. Так, 8-6 номинирован, давай пятерочку. Пятерочку, хорошо, спасибо. Игрок номер 9, пожалуйста, ваша минута. Короче, Ваня для меня сейчас окрасняется, ну, потому что в прошлый раз я сказала, что он для меня серый, потому что после ночи был непонятный эмоционал, вот, поэтому я на это обратила больше внимания. Мне не понравилось сейчас, как выиграл 6, мне не понравилось, как выиграл 8, мне не понравилось, как выиграл 5, но 5 запутался, и это нормально. 5 для меня красный игрок, я думаю, 6-8 последняя мафия. В принципе, типа, если вдруг так получается, что у нас сейчас комиссар проверяет восьмерку, она красная, вы выводите меня, и, ну, сорян, как бы, я типа просто в нее топлю, я в нее топлю уже какой ход, она даже на меня внимания не обращает. Я вот этого не понимаю. Ну да ладно. Играю 11-10-4, вот, однерочку еще послушаю. Выставляю восьмерку. Восьмерка выставлена, значит, оставляете как есть? Да. Хорошо, спасибо. Игрок номер 10, пожалуйста, у вас минута. Так, я Ване скажу, я хочу после игры сказать то, что я заметил, я не хочу просто тратить свои минуты именно на это. Вот. Мне единственное не нравится, почему до сих пор Ваня продолжает оправдываться уже второй раунд. Это то, что меня насторожило. Так, скажу, с девяткой точно играю с 11 номером. Я надеюсь, что Юра также красный. Я верю, что пятерка запутался. Вот, и моя команда это, соответственно, 11-10-9-5-1. Мне непонятно, почему четверка рисует команду типа 2-6-8 или 2-8-9, хотя 9 максимально говорит по красному. Вот, игра у меня по красному. Вот это меня настораживает. Также, если вспомнить, как выставляла восьмерка, она выставляла 5-6, она вкинула, возможно, в шестерку. Шестерка мне вообще не нравится. Она говорит уже как три хода к ряду какую-то, ну, типа, полную дичь. Вот, и, возможно, типа, восьмерка просто вкинула в пятерку и в шестерку, при этом выставила пятерку, а, соответственно, шестерка, ну, типа так, для понту, поняли, да? Вот, и для меня, короче, оставшиеся на столе мафы — это 6 и 8. Если они нет, то, скорее всего, Ваня. Вот, но опять же, я, потому что я доебываюсь до каких-то до фактов, ну, человек на своей оправдательной речи слишком оправдывается прям, ну, зачем оправдываться, ну, и когда можно в целом проанализировать стол, если ты и так, ну, если ты и так не виновен, ну, хуй его знает, моя такая позиция, вот, поэтому шестерка у нас выставлена, нет? Да. Шестерка, восьмерка, и восьмерка выставлена. И девятка, и пятерка. Ну, значит, я себя выставляю, я еще хочу поговорить. Хорошо. Итак, игрок номер 1, пожалуйста, ваша минута. Ничего страшного, что проверил, потому что, Фил, тебе нужно было скрыться доктором, и ты не проверял. Нужно было бы это сделать. Ну, ты молодец, все равно у нас есть... Я не успел. Ладно. У нас есть одна проверка. В любом случае, у тебя есть на меня хил? Все, отлично. Объясняю, я 8-9 рисовал разномаст. 8-9. Между 6-10 хотел проверять. Проверил тебя. Объясню. Восьмая, уже второй подряд ход, топит 5-6.
вот это говорит, типа, я хочу на красной карте выиграть. Я не знаю, мужики. Так, ну, возможно, как бы мы можем и так КЗ, выиграть. Они плохо играют, у нас доктор комиссар на столе, есть у меня хил. Как бы это немножечко такое. Речь возможно, мне не очень понравилась между 8 и 9. Мне не нравится инсайдер. Не нравится. Я проверил бы его. Не против? Не против? Как ты думаешь? Просто понимаешь, в чем дело? Если бы ты будешь сидеть красным проверенным, у нас сильный стол будет. То есть аналитика, это хорошо. Это красные проверки, инсайдер. Я восьмой бы сейчас вывел. Мне восьмой не нравится. Выставите меня, я себя выставляю. Я хочу по аналитике, по команде. Скажи, я хочу тебя послушать. Да-да, восьмерка, если окей. Выставляю тебя, чтобы в конце какую-то аналитику дал. Типа восьмерка может быть. Восьмерка может быть при этом красный. Типа 4-6-2 может быть такая команда примерно. Игрок номер один, пожалуйста. Ну, просто Юра максимально хорошо себя ведет. Хорошо себя ведет. Значит, объясняю, почему 6 черная, а 5 говорит очень плохо. 6 иглы. Очень плохо. 5 сказал отвратительную речь. 6 говорит. 1 не запомнила, что говорил. 9 плохая, выставляют 9. Про 5 не говорит ничего. Почему? В смысле? Я сказала. Госпожа ведущая, сейчас чья речь, простите? Ваша. Для меня 6 черный, я голосую в 6. Для меня из тройки 5-6-8, самый красный игрок это номер 8, к сожалению, на данный момент. Я не очень хочу играть. Я не хочу играть 5-8-6-9. 9 для меня не красная, Вань, к сожалению. Не черная, но и не красная, я сомневаюсь. Четверка играет хорошо. Я опасаюсь пока что всех, но для меня вот ну, чисто по логике сказанного, пока что номер 6. Вот. Ну, давайте еще послушаем, что кто скажет. Просто восьмерка втопила, типа, в четверку так агрессивно, а девятка не подсосалась, а потом восьмерка так блядь, агрессивно. Блядь, теперь единица. Ну, так хуй может он. Красный игрок сделать. Он запутался, и красный либо игрок я запутался. Сказать, я запутался, сори. Почему он хорошо, рисует спасибо. Девятку? Давайте почему он рисует слушать. Девятку так, в черноту, друзья, сейчас блядь. У нас будут оправдательные речи номинированы 8, 6, 9, 5, 10, 11 и 1. В таком порядке у вас будет по 30 секунд на оправдание. Начинаем с игрока номер 8. Пожалуйста, постарайтесь уложиться. Поехали. Не слышно. Не слышно. Вот такое. Короче, хочу подметить по поводу девяточки. Девяточка просто повторяет речь предыдущих игроков, оппонентов, я не знаю. Также сказала, что 6-8, она, по-моему, повторила просто речь инсайдер. Сказала, что 6-8 черный, что 11-10-4 играет. Все. Просто по ее речи я только это записала, только это она сказала. Также про пятерочку я говорю, я сужу по прошлым играм. Я играла, у меня опыт накопился, и так бывает часто, мафия отсиживается, не следит за игрой, говорит, я запуталась, поэтому... У меня подозрение на него. А по поводу шестерочки тоже сказала же, почему я против нее топлю, что у нее... Это отвалился. Кто? Юра. Юра, флэш да. Улетел. Флэш. Ты тут флэш? Нет, его выкинул. Я тут. Нет, меня почему-то выкинул, я ничего не нажимал. Сейчас, секунду. Рома, пусти, Рома. Сейчас, подожди, я деактивирую камеру и нажму F5, чтобы... Бля, помидорка застряла между зубов. Да, пизда, простите. Блядь. Ёбаная я помидорка. Да, блядь. Sorry, this room is full, пишет. Сейчас, Рома, открыл, заходи. Давай, Try again. Ага. Да ёбаная помидорка, блядь. И как раз речь игрока номер 8 уже закончилась. Итак, следующий, игрок номер 6, у вас 30 секунд, пожалуйста. Во-первых, я сказала про пятерку, мне сейчас перенесли. Прости, Юра, что не запомнила твою речь, но сейчас я слушала тебя отлично. Просто очень сложно, я давно уже не играла. Давай, дальше. Насчет себя могу сказать. Можете меня выносить спокойно, вы еще сможете выиграть, если на столе две мафии. Для меня черная Соня. Насчет полусладкой вообще не могу ничего сказать. Но говорит много правильных вещей, больше красный, наверное, может быть. Не знаю. И насчет инсайдера, я все еще ему верю, что он красный игрок. Насчет Алика, он запутался, может быть, он красный. Ну, может быть. Но то, что он запутался, нам никак не помогает. Спасибо. Игрок номер 9, пожалуйста, ваши 30 секунд. Ну, короче, я сказала Тане, что, короче, она ни один ход в меня не топила. Тут она решила на своей оправдательной речи, такая, ха, чё бы меня не затопить. Ну, я считаю так, у нас осталось две мафии, скорее всего, вторая шестерка. А чтобы не проноить, я бы сейчас провела 5 или 4, да, как бы. Предлагаю сейчас вынести Таню, а потом уже решать что-то с 6 или 4-5, не знаю точно. Ну, вот как-то вот так вот. Все. Хорошо, спасибо. Игрок номер 5, пожалуйста, ваши 30 секунд. Спасибо за слово. Я играю, вся моя проблема заключается в том, что я сейчас сижу и пытаюсь сыграть максимально круто, чтобы это не было максимально позорно. Из-за этого я просто путаюсь. У меня вся голова забита именно вот этим.
Так-то я мог бы нормально дать аналитику, но я реально очень сильно путаюсь. Я считаю, что шестерка, восьмерка, либо если... Я считаю, что там точно есть один черный, по крайней мере. Может быть такое, что их там двое. Вот, и я бы сейчас заподозрил тоже девятку, все. Играю, как играл, 1-10-11. Можете меня тоже вынести? Спасибо, игрок номер 10, пожалуйста, ваши 30 Смотрите, секунд. Какая хуйня, значит, четверка, первый, кто начал вкидывать в девятку, восьмерка подсосалась, до этого восьмерка не топила особо девятку, вот, потом девятку подхватил, мне не понравилось, почему единица, подожди, Юр, мне не понравилось, почему единица подхватила типа девятку, хотя и девятка для меня не серая, она красная, для Вани, скорее всего, она тоже красная, для меня пятерка красная, пятерка, пятерка точнее, еще посидит, я бы сейчас вообще выкинул бы восьмерку, потому что она начала перебываться, она перестала топить валика, девятка сделала хорошую в целом аналитику, вот, и, соответственно, я с ней играю так же, как играю с другими красными игроками, но, блядь, не знаю, почему восьмерка, типа шестерка-восьмерка. Если это не шестерка и не восьмерка, то я вообще рисовал бы кому-нибудь команду, типа 1-4, но это из ряда фантастики, 1-4-2, блядь, что-то такое, если 6-8 красные. Спасибо. Спасибо, спасибо. Игрок номер 11, пожалуйста, ваши 30 секунд. После всех сейчас речей, Картман, когда выходил, сказал 6-8-11 команда. Максимум, с кем он поиграл, с одной своей мафией. Возможно, максимум. Получается, для меня 8-9 разномаст. Девятая поговорила хуже сейчас. Девятая для меня сейчас ближе к черной. Я провел четвертого бы, чтобы он сидел красным. Если четвертый красный, то шестая черная. А Алик красный сидит. Потому что, когда он играет на черном, он больше эмоционирует и больше играет на публику. То есть, девятка нормальная, блядь. Десятый красный, нормальная. Первый красный. Девятка нормальная. Между 4, 6, 8, 9, последние две мафии. Я предлагаю вывести девятую. Спасибо. Спасибо, спасибо. И игрок номер один, пожалуйста, ваши 30 секунд. В общем, я объясняю, почему 4, 8 разномаст или два красных. Почему они не могут быть два черных. 8 первое, кто сказал, что 4 ошибся, когда 4 не ошибался в нулевке. 4 говорит, что у него 8 в обеих черных командах, Вань. Верно я говорю или нет? 2, 6, 8, 2, 8, 9. Да. Два черных не будут так себя вести. Ни за этим столом и ни в 11 человек с доктором. Имхо. Я могу ошибаться, но пока я действую по этой логике. Четверка черный только с 6 или 9, если он черный. Да. А также может быть типа 6-9. И также, ну, по пятерке надо смотреть. 8-5 черной команды не может быть. С кем 8 черная? Она у меня вообще ни с кем не рисуется. В смысле, 8 шестерка может быть черная. 8 шестерка. Не перебивайте, нельзя, не ваша речь. Все файл. Короче, я бы чекнул 4, честно говоря. Но имхо, типа для меня черная команда 6-9 была бы, если 4 красных. Спасибо, спасибо. Итак, друзья, все высказали. Сейчас будет голосование. Голосовать обязательно, иначе рука улетает в последнюю, то есть в единицу, которую я сейчас сам себя выставлял. Друзья, кто против игрока номер 8, поднимите ручки. Одна ручка, все записала. Кто против игрока номер 6? Да она нет, блядь. Одна, две, три ручки записала. Кто против игрока номер 9? Да нет. Одна, блядь. Две. Две, да? Две записала. Подожди, шесть проголосовала. Шесть проголосовала. Четверка, восьмерка. Большинство в любом случае в шестерку. Большинство в шестерку. Да. Пожалуйста, у вас есть прощальное слово. Да. Последнее. Обратите внимание, пожалуйста, в девятке. Ну, пятерки все-таки больше красный. Так что, если я еще ухожу, то девятка, не знаю, с кем могла бы еще играть. Спасибо большое за игру. Спасибо. Выключайте камеру. Друзья, это был насыщенный день. Давайте уйдем в ночь. Ван четверку, пожалуйста. Ван четверку, снов. Ван четверку, чтобы не параноили. Все спят? Все спят. Просыпается мафия. Выбор сделан, мафия засыпает, просыпается дом мафии. Осуществляет проверочку. И засыпает. Просыпается комиссар. Осуществляет проверочку и засыпает. Просыпается доктор. Осуществляет лечение и засыпает. Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Новый день, но не все его увидят. Игрок номер 11 его не увидит. Полторы минуты на общее обсуждение. У вас последнего слова нет. Спасибо.
Ну, понятно, так. Да, понятно, Фил, у тебя не было хила, ну, это понятно, короче. Я вообще думаю то, что, типа, скорее всего, 4-8. Ванёк, объясни, зачем 4... ты добил в 6? Ты сказал, что у тебя 8. Не-не, надо 4-ку уводить. В смысле? Юр, я просто, ну, послушал твои доводы, ты играл с этими игроками, понимаешь, ты опытный игрок. Я скажу вам, ну, я... Фил, какой доктор ты? Фил, какой ты доктор? Я доктор. Зачем ты скрылся доктором? Я доктор. Нет, Вань, не работает. Не, хорошо, Фил, ты серьезно доктор? Да, вот скажи честно, ты доктор? Доктор. А кого ты хилил? У нас два доктора за столом. Я тебя сейчас хилил, потому что в прошлый раз я хилил 11-й. А я так понял, ты решил меня засейвить. А вот вы сейчас на меня начали гнать, мне приходится скрываться доктором. Фил, ну зачем ты... Я так понял, Фил, ты решил засейвить. Uh-huh. Ну, yeah. Я не скрылся доктором, потому что был красной проверкой. Я так 10. Понял, ты... 11 да. проверил 10. Да, да. Да, я почему доктором не вскрылся? Вань, потому что Вань, доктор сказал, Вань, что 10 Вань, красный. Какой у тебя аргумент, что ты докинул руку в 6, когда называл 8 в двух черных командах, кроме того, что ты играешь с игроками первый раз? Ой, слушай, ну еще раз говорю, что я, ну, в твое мнение, да, проникся, и для меня, ну, 8-9 команда, ну, могла быть 2-8-9 и 2-8-6. Я понял, что после ваших речей вы 8 не пойдете. И, ну, две мафии могли бы перевернуть какой-то в красный стол, хорошо проголосовать, убрали бы красного игрока. А так я думаю, что мы убрали черного, и после того, как она сказала, что пятерка, типа, ну, там, ну, короче... Я думаю, что мы правильно убрали. Ты рисуешь команду 2-6... Подожди. Ты рисуешь команду 2-8-9 или 2-6-8. У тебя в обоих местах, типа, восьмерка крайняя. Почему ты голосуешь шестерку, а не поддержишь меня и не голосуешь восьмерку? Потому что я понял, что вы не пойдете восьмерку. И мне нужно было бы брать максимально черного игрока из кого-то из вас. Бля, во-первых, я не верю, что ты доктор. Вот. Друзья, во-вторых... время для общего обсуждения подошло к концу. Фил, ну ты же не доктор, в смысле? А кто тогда? Даша, ты тоже не доктор. Лишние 5 секунд. Нет, я доктор. Даша, у вас лишние 5 секунд, целых 5 секунд лишних. Спасибо. Итак, сейчас индивидуально каждый выскажется, и все. Начинаем с игрока номер 5. У вас минута, кого подозреваем? Я почему-то больше склонен доверять Юре. Юра, он оправдал твои ожидания? Он ответил нормально? 4. Я считаю, что четверка. Выставлю четверку. Хорошо, выставляете четверку. Это все, что вы хотите сказать? Да. Спасибо. Игрок номер 8, пожалуйста, у вас минута. Короче, извините меня, я, Олег, тоже извини, но я все так же буду потупить против тебя. Я верю, что это для всех красный. Да, я понимаю, ты... просто. Просто информации реально ноль. Ты сейчас твоя минута, ты только говоришь, что ты выставляешь четверку. Я не знаю, мне кажется, давайте доктор посидит. Ну, серьезно, возможно, он попадет хилом, и мы удостоверимся, что он доктор. Я реально не понимаю, типа, я говорю честно, я не запуталась. Здесь четверка, десятка, доктор, вообще не понимаю. А что, если он реально доктор? Он же сказал свои хилы. Что он не мог просто похилить 11-го. Ну, я не знаю, просто вы можете сейчас доктора кикнуть, и все. Также для меня, коли двойка, я верю, проверка комиссара, двойка у нас была черная, шестерка, бля, мне показать тоже восьмерку, кажется, показал десятку, была, блядь, обосрался, мы выкинули блядь. Ее. Сейчас между пятеркой и девяткой. Хотел показать 4-8 команда, блядь, обосрался, ебаный рот, обосрался. И доктору, ну, так, блядь, хочу говно, верить. Обосрался. Вот и все, спасибо. Выставляю пятерочку также. Хорошо, спасибо. Игрок номер 9, пожалуйста, минута. Ну, короче, блин, ну, Фил, ну, это было бы очень тупо, если бы он сейчас скрывался доктором. Типа, да. Если ты реально не доктор, то вот это реально настоящий у нас доктор. Ну, не знаю, я не видела никого из всех остальных игроков, кто бы мог быть доктором. Ну, вот просто если подумать, то реально... Ну, я не верю, что у нас доктора убрали на первый ход, а все остальные бы вскрылись. То есть, ну, не знаю, может, конечно, Каминг, но нет, очень вряд ли. То есть, ну... читается, и да, для, ну, у Вани явно была какая-то активная роль, не знаю, по крайней мере, для меня, я так это видела, поэтому я верю в то, что он доктор. Играю сейчас 1-4-10, блин, в меня топит 5-8, я бы сейчас убрала восьмерку все-таки, чтобы не параноить, если игра не заканчивается, то, блин, хотите, можете убрать меня, но тогда у нас остается пятерка. Все. Спасибо. Кого номинируем? Я номинирую восьмерку. Восьмерку, хорошо, спасибо. Игрок номер 10, пожалуйста, минута. Бля, ну я делал вывод, что мирный типа плохо играет, включая меня, потому что я немножко это самое, такое ощущение, что немножко руиню. Вот, но я не верю в вскрытие доктора, что четверка это доктор. И мне такое ощущение, что в команде типа 4-8. Девятка она красная, пятерка, я верю, что он тоже красный. Юра, ну пусть будет. Ну, я буду играть типа по этой версии, которую я придерживался. Мне не нравится четверка, потому что я на столе, скажем так, типа я доктор, вот, и у меня была проверка. Это и проверки, как бы, ну, меня не послушали. Вот, соответственно.
соответственно, мафия с мозгами. Хоть четверка и думает, что он там новый стак и так далее, скорее всего, четверка, я думаю, что настоял, что надо хилить 11 номера. Я не думаю, что так бы сыграла та же самая... Ну, блядь, ну, Танюх не в обиду, но хуй знает. Мне так кажется, ты так не сыграла. Я думаю, что, возможно, бы Алик бы, скорее всего, не это самое, так бы не ударил. Хуй знает, не знаю, просто не хочу никого это самое. Но я бы сейчас выводил восьмерку, поскольку восьмерка, второй раунд, для всех уже рисуется, она во всех стаках. Вот, вывел бы восьмерку, а дальше вы послушали бы противостояние двух докторов. Вот, поэтому восьмерка выставлена. Я не знаю, я не хочу играть по второй версии, где у меня еще рисуется, типа, блядь, девятка рисуется черным, туда же еще, ну, короче, не хочу. Спасибо, спасибо. Игрок номер один, пожалуйста, у вас минута. Короче, если 10 черный, то он может быть в стаке черных только с 11. И это очень трудная теория, которую мы, к сожалению, не разгадаем. Они могут быть черными вдвоем, я готов это проиграть, это будет слишком трудно. Ванек, инсайдер, кого хилил с первого по последний раунд на пальцах, пожалуйста, прямо сейчас. Один, так? 11, дальше. 10. Сейчас ты хилил 10. Окей. Очень не дает покоя, что ты в 6 руку докинул, Вань. Прям... Есть такое, да, есть такое. Это прям да, очень. Ну, ты сказал 8 в двух черных командах, и только после моей речи взял и докинул в 6, и причем докинул критически. Ну, давайте 8 уберем. Сейчас я номинирую 8, голосую 8, и после этого, ну, надеюсь, что доктор похилит нормально, мы останемся в пятером и сможем выкинуть и 5, и 9. Ой, и 4, и 9, извиняюсь. И 4, и 9. И десятку туда же, блядь, и десятки идем. Ну, а я не могу играть не с десяткой, понимаешь? Тогда 10-1. Да нет, понятно, понятно, понятно. Десяточка, пожалуйста, не влезайте в чужие речи. Если 10-1 были черной команды, они бы уже выиграли. А, выставляю 8. Да, хорошо, спасибо. И игрок номер 4, пожалуйста, закрывайте стол. Юр, ну смотри, вы так начали жестко снять восьмерку, я понял, что голосов, ну, тупо не хватит. Я боялся, что, ну, допустим, ну, мафия возьмет и уберут красного игрока. То есть, по сути, я этому и помешал. И я больше чем уверен, что мы шестеркой-то правильно были. Ну, все получилось. То есть, если б я голос, смотри, в шестерку не пошел, а в восьмерку, то у нас бы этого не было, правильно? Ну, какой мне резон? Ребят, ну, не знаю... Потом мне очень интересно, что Фил скажет, если я не понимаю. Полосатик задамажил, блядь, прям. Ну, короче, что тут делать? Ну... Да, ну, наверное, сейчас восьмерку идти. Ну, уже желтый полосатик. Ну, если 5-9, допустим, 5-9 у нас еще за столом черный. Полосатик задамажил. Ну, баланс должен, наверное, может даже кого-то из 5-9 убирать. А потом смотреть, что получится. Может быть, даже нам вообще сейчас восьмерку можно и не трогать. Опять же, это потому, что вы ее хорошо окрасняли. У меня нет авторитета, и, ну, за этим столом я не могу вам четко все разложить. Я могу ошибаться. Простите меня, пожалуйста, за это. Но я думаю, что, может быть, даже нам девятку сейчас стоит убрать. Ну, как некий баланс такой. А потом посмотреть, что дальше будет. Будете выставлять кого-нибудь? Выставлено 4, 5 и 8. Не-н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 е. 9 послушаю. Давайте 9 послушаю там же. Давайте. Итак, друзья, у нас выставлено 4, не, 5, нихуя, 8, 9, нихуя, блядь, нихуя, четверочку нихуя, в конец, нихуя, и сейчас нихуя, с пятерки начнем по 30 секунд оправдываться. Пятерочка, у вас 30 секунд, пожалуйста. А, да, спасибо, ребят. На меня вообще не тратьте время, я сижу на красном и максимально туплю, насколько это возможно. Вот, старайтесь особо сильно для времени не тратить. Можете меня слить под самый конец, чтобы это было максимально сейвово. Все, спасибо. Спасибо. Игрок номер 8, пожалуйста, 30 секунд. Если честно, я не поняла вообще, почему про меня думают, что я черная. Я максимально пыталась помочь городу, я максимально раскладывала. Я говорила, что по факту, что пятерочка у нас плохо раскладывает по столу. Я просто только я пятерочку и на шестерочку гнала. Сейчас я замечаю, что девяточка просто повторяет речи, поэтому я на нее тоже гоню. Я выявляю мафию, нет, не понимаю, нет, почему, нет, нет, почему нет, нет, я нет, в каких-то командах рисуюсь. То, что Карпман вкинул, что мы 6, 8, 11 команд, вы только из-за этого решили, что вы черные? Я вообще понять не могу, серьезно. Спасибо. Спасибо. Игрок номер 9, пожалуйста, 30 секунд. Finger S. Чат, если что, кто не шарит, что мы показываем, типа, это Finger S. Меня нельзя убирать. Finger S. Ну, как бы, я не хочу говорить, что я там красная или еще что-то. Во-первых, Алик сейчас ужасно оправдался. Я не знаю, почему, но, типа, на самом деле, после его речи прям так и хочется его слить. Не трогай Алика, блядь. А восьмерочку мы сейчас убираем, потому что она, так сказать, в балансе для всех. И, во-вторых, нет, для меня четверка красная. Я верю, что он доктор. Типа, я так скажу, если мы сейчас убираем меня, и у нас остается Алик и Таня, то вы уходите в ночь, они убирают одного, и все, вы остаетесь 2-2.
все, это пиздец. Ну, типа, я уверена, что Таня последняя, на самом деле, что это было 6-2. Короче, мне всех нравится, кто говорит, только... Если это не 6-2, то Юра и Алик. Это еще 5. Алик, он говорит искренне. Он нихуя не говорит, он говорит искренне. И игрок номер 4, пожалуйста, ваши 30 секунд. Восьмерка уходит, блядь. Блин, я не знаю, ребят, чего так жестко меня, конечно, чернили. Мне очень тяжело вот с этим скрытием. Десятки фил, ну, вообще жесть, конечно, мне сделала такую, не очень хорошую. Ладно, короче, давайте, ладно, я пойду 8, буду своей версии придерживаться, потом, если что, как бы, ни на кого не буду в обиде, это будет, ну, ошибка на вашей большей совести. Я пойду 8, посмотрим, как игра повернется, окей, да, все, спасибо. Спасибо. Друзья, 4, 5, 8, 9. В таком порядке голосуем. Голосовать обязательно. Вас 6, должно быть 6 рук. Кто против четверки, пожалуйста, поднимите руку. А две руки, все записала. Кто против пятерки, пожалуйста, поднимите руку. Одна рука. Кто против восьмерки, пожалуйста, поднимите руку. Две, три. Три руки. Это уже 5-6. О, вот и 6 рук. Получилось. Большинство против восьмерки, 3. Восьмерочка, у вас есть последнее слово, пожалуйста, поделитесь. Ну, короче, я вам говорила, что игра не закончится на этом. Я красный игрок без активной роли, давайте продолжайте играть. И вы являете мафию среди пятерки и девятки, Таня. Спасибо. Ну, Танюха напиздела, игра закончилась на этом. Спасибо, это победа мирных. Хорошо! Блин, ну сори, Вань, ну вообще. А кто, шестерка, шестерка, восьмерка и двойка, да, по итогу? Господи, я такой... Бля, кого ты хилил? Кого ты хилил, Фил? Да никого не хилил. Бля, Вань, ты так типа... Бля, я думал, что ты мафия, бля, сидит. После матча Ивана мне так грустно стало просто вообще. Ребята, можно скажу? Я настолько сильно запутался, но я еще с центра игры говорю шестерка и восьмерка. Я так сильно запутался, да. Мне так тяжело мысль сформулировать, что... Не, шестерка была плохая, восьмерка тоже была такая. Хорошо играла на черном. Доебались до девятки, непонятно почему четверка доебалась до девятки, переобулась два раза. Ну, типа, немножечко. Вань, ты тут вообще? Я тут. Да, я просто Ваня, это... Фил, скажи, в чем прикол-то был? Я ну, подумал, что ты решил засейвить доктора. Я так и решил, Ну, ты как-то... Мы тебя начали душить, у меня такое было ощущение, что ты решил просто задефаться. Ты понимал, что доктора нету, и решил задефаться. Меня это еще больше напрягло. И ты начал переобуться. Ты топил в девятку, рисовал... Ну, типа... У меня в обоих стаках черный... А можно меня пустить в комнату, восьмерку не душил. Ну, короче, хуй его знает. Отходил, давай заходи, сейчас открою комнату. Я захожу. Ладно. Юрий тоже показалось, что ты тоже очернил. То есть не мне одному показалось. Не, на самом деле просто я обожаю играть на мафии в первой игре, я вообще прям просто люблю. Фил, ты вот ты вроде скрылся с целью засейвить доктора, правильно? Правильно. Тут появляется доктор, которого ты против него играешь. Я такой думаю, блин, а я тебя лечил, я еще думаю, блин, Фил, красава. Я сразу же извинился, блядь. Комиссар вскрылся, он тебя красным сказал, я такой, окей, тогда буду Фил лечить, потому что его могут убить. Понимаешь? И он меня топит, такой, что происходит вообще? Фил, и ты понимаешь, что ты опустил Таню, которая реально убила Ваню в соло. И потом ты после этого говоришь, что мафия токсичная в нашем стаке. Фил, да ты, что? Блядь, душишь врача. Ну что? Ты душишь Таню. Да я пытаюсь отыграть от разных вариантов, типа. Вот, но восьмерка выходила у всех. Восьмерка у всех выходила черная. Таня, блядь, не могла отстрелить. Ну я вот думал, что вот, оказывается, могла. Кто тут почти токсичный, скажи мне. Ну что, за что, блядь? Ребят, подскажите мне, блядь. За что меня убил? Приду. Да, подскажите мне, блядь, вот на секундочку. Если ты знаешь, кто мафия, но ты запаниковал, и ты запутался, и тебе тяжело мысль сформулировать, что вы делаете в такой ситуации? Говоришь, да чтобы тебя мужики? Убирали, если ты так красный, я же, ты не мешал. Я же правильно рисовал какие-то маски, просто как я не... Как один делал. Я отыграл. Не всегда, но есть много игр. Я с центра еще рисовал вместе шестерка, но я не мог ничего сформулировать, потому что сидишь, блядь, такой, что делать, господи, пятерка, она выстрелила... А, Таня на самом деле пиздела. Я нормально играл, просто четверка говорила, ну типа не очень. Почему я черная была-то? Да потому что ты в пятерку начала топить, а не в шестерку. Надо было в шестерку топить. И не было пятерка для всех красных. Ты говоришь, дайте информацию комиссару, блядь. Топишь у меня пол игры просто. Типа, единица тоже... Ты инфу не даешь. Ну, да я запутался, я в панику упал. Ты типа, что, я чуть с ума не сошел. Мне тоже надо выходить. Да. Да. Соня, смотри, кстати, ты очень хорошо говорила. За что агрессатуру, блядь? Чтобы не параноить. Что вот Картман назвал 6-8 красный, да, и ты сказала не параноить. А потом во второй речи, блядь, ты это забыла и очень как бы это.
Не, карт нужно. Так смысле, я ж на черном, блядь, был. Да, да. Чтобы не параноиться, правильно? Чтобы не взял одну команду, если шестерка черная, типа восьмерка красная. Какая разница, все равно восьмерку сначала выкидываем. Я же не голосовал против. Никуда, и вроде все нормально, так что. Соня один, Ванечка два. Нормально. Ты, Фил четыре. Нормально задефал игру, блядь. Характер. Таня обычный руинер. 5, Эстель 6, Юра 7 подойдет, Алик 8, Ваня инсайдер 9, Руина 10 и Мелисса 11. Ну, я вас рядом посадил. Ты за что агрессатуру, блядь? Я знаю, что из-за четверку. Да, мужики, я знаю все нормально. Бля, у меня в чате такая агрессатура, это просто пиздец. А чё, за что? За то, что я начал, блядь, это самое, пушить этого основного доктора. Ну просто, блядь, ну... ХЗ, я готовился к худшему. Все равно надо было выгонять в порядке подозрительности. Типа там шестерку ту же самую и восьмерку, потому что восьмерка у всех. А ты, кстати, Камик, вы так и не сказали, Фил. Что вам не заметили? Я не помню, что ты сказал, но такое вот именно, знаешь, будто запутался и вот как-то поплыл. На самом деле, Фил, тебя спасло то, что Ваня тебя проверил. Если бы я не проверил, ты бы улетел бы, я думаю. Ты очень хорошо. А почему улетел-то? А потом, знаешь, ты вот секунд 50 вот офигенно рассказал вот по первому кругу, ну, типа первый круг пошел, ты все хорошо разложил, и потом 10 секунд. Слушай, хуйло спиздил всех полосатиков. Я вот не помню, что ты сказал. Хуйло спиздил всех именно полосатиков. Жестко поплыл. Прям, ну, было до чего. Он не жестко поплыл. Просто он говорил, да, был такой момент, я согласен. Он не жестко, он нормально говорил. Просто там были моменты. Человек, ребят, могу ошибаться тоже. Да. Я и выставил, чтобы поговорил. Потому что просто это некрасиво. Я говорю, флеш. Просто выставили, да? Вы бы хотя бы сказали, ты поплыл чуть-чуть. Ну, вы просто сказали, я не скажу почему. А я думаю, а что мне, вы мне выставили, а что мне говорить, за что оправдываться? Я не понимаю. Сказали бы, поплыл, я бы, что-то на эту тему бы почему рассказал. Почему никто не говорит, что я нормально? Странно, когда выставляете, не говорите, за что выставляете. Против Тани. Ну, против восьмерки, которая выставила 5-6 и сказала, что 5-6 разномастная, она, скорее всего, задевала. Почему на это никто не обращает внимания? Я придерживался этой позиции, потому что... Кат, мы когда-нибудь будем в команде? Да. Типа, забейте, короче, ладно. Я когда первую игру на мафии играю, я не могу просто, я не могу собрать, я еще не типа, не понятно, что меня душат, что вылезли на эмоции, я для себя сыграл нормально. Да не. Я просто играл по двум версиям, кто не понимает, две эти версии, по факту, я хуже всех сказал свою. Да. Вот, типа, хуже всех, и единственное, кого я мог кикнуть, так это Камика, почему, потому что он агрессивно играл, и все, это единственное, кто у меня был аргумент. Я просто объясню, что если бы, допустим, ты у меня был бы красный, я хотя бы даже сходил, мы с тобой в команде были бы, то есть мы с тобой разъебали. Не, ну понятно. Друзья, а мы будем менять номера или просто... А мы уже меняли. Вы уже поменяли, все. Юра седьмой, смотри, Настя, Юра седьмой, остальные... Юра седьмой. Я пыталась тащить. Комиссары часто стали просто прокать мне что-то в последнее время. Да пиздец, а я девятого проверил, то она сидит, тихо, я думаю, ну не Иван же ж, блядь, потому что если Иван... Душка в чате, я ебу. Ну, Ваня, ты первый раз не попал проверкой за, блядь, за игр 8 последних. А мне понравилось, сидит, подожди. Подожди, ты сидишь такой на последней речи. Ну, а третьего мафа я еще не нашел. О, такой еще третьего мафа. Смотри, ситуация какая. Объясню. Я сижу с вами, говорю, бля, фильм мне не очень нравится. Думаю, бля, между 6-10 надо проверить. И между кем? 4-8. Между 8 есть разномаф. Я сижу, думаю. 8. И потом он мне предупреждает, что четвертый черный сидит. Хотя, ну, типа, хуй его знает. Не, что четвертый надо проверить. Что четвертый надо проверить. Все. Как проголосовало? 8. Говорил, да, 8-9. Тебе объясняю, почему четверка. Была это самая. Он докинул руку в шестерку. Это тоже было странно. Она сказала, типа, на красный карте. Вернись, пожалуйста, к нам. У меня уже беспроводные наушники. Ради, я тут. Чего? Седьмой номер и поехали. Господь, Настя, давай, туши все свет. Так, все готовы? Давайте заступать. Прошу прощения, нет, подождите, пожалуйста, минуточку. Настя, еще этот, если что, это за 10 кулак показывают. Да, я знаю, просто по 35 раз уточняю, чтобы только не заруинить. Ну тогда что значит? Вот это вопрос. Вопрос по вопросам. Спасибо. Четверка. Черная. Да, и еще там на меня наругались в чате, что нельзя выставлять самих себя. Давайте в этой игре не будем сами себя выставлять. Даже на профмафию.
Просто как-то, блядь, да все можно, выставляют да самих себя. Да нормально, ладно, ну что, да, редко. Хорошо, давайте без этого. Давайте. Хорошо, давай. Музычка? Работаем? Или нет?